Ребята, всем привет! Сейчас, мне кажется, самое время начинать готовиться к университету. Кстати, может быть, кто-то еще не видел видео, где я закупалась в канцелярии к университету, то вот здесь вот или вот здесь будет ссылочка, переходите и смотрите. Видео офигенно, я закупилась просто кучей канцелярии. Но скажу сразу, видео, связанное с подготовкой к университету, да в принципе к школе, у меня будет очень много, потому что и Милан, конец первого класса, будет собираться сейчас готовиться к школе, и я иду в университет. Заходишь в любой магазин, и с каждым днем канцелярии появляется все больше и больше, вся канцелярия крутая, хочется все скупить и купить. Да, Лео со мной согласен. Поэтому, конечно же, я еще буду готовиться, покупать канцелярию, покупать одежду к университету, так что видео будет еще очень-очень много. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое интересное видео. Ну а сегодня я хочу вам показать свою обновочку к университету. Все мы знаем, что в университет нужна будет какая-то вместительная сумка, куда я смогу положить тетради, блокнот, ручки. Конечно же, с рюкзаком ходить я в университет не хочу. Ну, я имею в виду большие рюкзаки. С маленькими-то, конечно, я буду ходить, а вот как в школу я ходила с большими такими рюкзаками, так и не хочу ходить. Ну и вообще, я не определилась, нужно будет много тетрадей или хватит одной тетради общей какой-то. Но я знаю точно, что нужна будет вместительная сумка, куда я точно смогу все положить и все влезет. Поэтому я заказала сумочку Louis Vuitton. Сейчас будем распаковывать и показывать. Эту сумку я заказывала на сайте LuxuryVip 5.5. Знаю, что многие будут спрашивать, что за сумка, где заказать. Сейчас все вам расскажу и покажу. Это очень качественная реплика сумки Louis Vuitton. Пока не буду вам говорить, какая у меня моделька. Пишите, как вы думаете, что я выбрала, какую модель сумки. Покажу, как это все выглядит. Мне очень нравится коробка на магните. Все очень качественно, в общем, все очень достойно выполнено. Вот такой вот здесь пыльник лежит. Но к сумочке давайте мы чуть попозже вернемся. Сейчас покажу, что вообще еще сюда входит. В коробке еще лежит вот такой вот конверт, в котором лежит инвойс. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. Здесь написана цена и модель сумки. Так, коробочку убираем и возвращаемся к сумке. Я заказала достаточно популярную модель. Эта сумочка очень, на самом деле, вместительная. Но в то же время она выглядит очень миниатюрненько. Вы не представляете, какое шикарное качество. Все просто суперски прошито. Натуральная кожа. И вот это вот, это канва. Материал специально разработан для Louis Vuitton с монограммой Louis Vuitton. Так вот эта сумочка выглядит. Я обожаю снимать разные вот эти вот пленочки с новых вещей. На бегунке тоже написано Louis Vuitton. Так, давайте доставать все из сумочки и смотреть. Первым делом здесь ремешок лежит. А Лео вместе с нами, да, распаковывает? Ну, на две лапки стоите. Лентяй. Ладно, Лео покушал. Так, смотрите, вот такой вот здесь ремень. На ремне тоже также написано Louis Vuitton. На каждом вообще вот таком вот маленьком элементе написано Louis Vuitton или стоят буквы. Сейчас все откроем, распакуем. Я уже хочу ее померить и посмотреть. Мне кажется, она будет прям идеально. Я когда заказывала, честно говоря, немножко боялась, что эта сумка будет большевата для меня, потому что, ну, я в основном привыкла ходить с маленькими сумочками. Это немножко больше сумка. Но когда я ее достала из коробки, я поняла, что это вот самый идеальный вариант. Не все влезет, но при этом она не громоздкая. Лео устала распаковывать. Сумку можно носить на вот таком вот ремне, достаточно длинном. Также этот ремень может стать короче с помощью вот таких вот достаточно легких движений. И сумку можно взять просто в руки. Сейчас все прицеплю и покажу вам. Ой, я здесь забыла снять защитные пленочки.
Вот так вот это выглядит. Но у этой сумки есть еще золотая цепочка. Сейчас я тоже достану и покажу вам. Вот она, золотая цепочка. На всех карабинах присутствует монограмма ЛВ. И она мне очень нравится. Так, давайте дальше смотреть, что тут еще есть в сумке. Так, это разные защитные штучки, их можно выкидывать. Ну и вот как сумочка выглядит внутри. Здесь, смотрите, два больших отделения, одно отделение на молнии. И также есть еще вот такой вот кармашек, в котором, кстати, лежит тоже вкладыш вот такой вот. Я уверена, что в этой сумке у меня все поместится. Также у сумки есть серийный номер. Тактильное ощущение просто бомба. Внутри выполнено все суперски идеально. Я уже собрала сумочку на прогулку. Сейчас покажу, что я туда положила. Я все-таки больше люблю сумки носить через плечо, поэтому сделала вот такой вот длинный ремень. Вот так вот, в общем, эта сумочка выглядит. И сейчас быстренько вам покажу, что я туда положила. Ну, конечно же, у меня тут будет лежать телефон. Телефон я буду класть вот в это отделение под молнию. Так, смотрите, здесь у меня блокнотик. Вот такой вот лиловенький. Мне он, кстати, очень нравится. Такая приятная обложка у этого блокнота. Просто вообще суперская. Вот в этот маленький кармашек я положила вот такие вот духи. Пробничек маленький. Вообще очень люблю, когда в сумках разные духи лежат, и ты их чередуешь. Ну и, как вы понимаете, в эту сумку я положила еще другие духи. Здесь вот, если присмотреться, видно название, вот оно. Очень тоже приятный запах, все духи у меня сладкие. Так, что еще в этой сумке? Еще в этой сумке у меня маска моя и Миланкина. Ну и, конечно же, кошелек. Все, как бы на этом все. Как видите, все то, что мне надо, влезло, и еще на самом деле достаточно места, сюда спокойно и ключи влезут, и много-много что еще интересного сюда можно положить, то, что вам нужно. Это вот как раз-таки про то, что я вам говорила, что сюда влезет любая тетрадка, любой блокнот, даже несколько тетрадей и ручки, и все спокойно сюда войдет, влезет. В институт, мне кажется, вообще идеальный размер сумочки, в общем, я на самом деле очень-очень довольна покупкой. Вот такая вот сумка.